Друзья, всем привет! Это Mi Band 7. В этом видео я буду защищать дисплей. Дисплей у версии Mi Band 7, как и у 6 версии предыдущих, идет со стекла. Но и стекло имеет свойство царапаться. Со временем образовываются легкие царапины, потом более глубокие, и поэтому хорошо с самого начала позаботиться о дисплее и защитить защитной пленкой. Сейчас я, друзья, распакую, купил себе недорогую на AliExpress, наклею и посмотрим, друзья, как это будет работать. У продавца можно заказать от 3 до 12 штук. Я себе заказал 6 штук. Ну, как правило, чем больше покупаете, тем дешевле. С AliExpress приехали. Ссылочку, где покупал, как обычно, оставлю в описании под видео. Я обычно как пользуюсь на предыдущих версиях. Наклеил одну, со временем она поцарапалась, сменил на новую, выкинул, наклеил новую. Вот, поэтому я купил сразу 6 штук, чтобы у меня был запас. Давайте распакуем и посмотрим. Здесь сразу 6 идет комплектов салфеток. Одна сухая, одна влажная. И 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, и 6 защитных пленок. Давайте сейчас наклеим и протестируем. Чтобы максимально удобно наклеить, достаем капсулу. Давайте предварительно примеряем. Вот таким вот образом это примерно будет смотреться. Сейчас протереть необходимо. Сначала влажной салфеткой, а после уже сухой. Так, сразу отмечу, что первая салфетка влажная, потому что бывает покупаешь, и которая салфетка должна быть влажная, уже сразу приезжает сухой. Вот здесь все нормально, друзья, она идет влажная реально. Протираем тщательно, чтобы никаких соринок, пылинок, ничего не осталось, отпечатков, чтобы все тщательно проклеить. Потом берем уже сухую и предварительно протираем. Протерли, посмотрели под углами, чтобы все было отлично. Берем наклейку, первая сторона и вторая. Соответственно, отклеиваем первую. Теперь необходимо спозиционировать вот таким вот образом. Так, немножко неровно. Я выровнял вот примерно таким вот образом, чтобы равномерно отступали сверху, снизу, слева, справа, с краев. Теперь можем делать проклейку. И поднимаем аккуратно верхний слой, не поднимая основной. Сейчас я приподниму. Так, друзья, я приподнял, вот обратите внимание. Теперь можно придерживать основной слой и поднимать вот этот вот. О, отлично наклеилось. Теперь необходимо края проклеить тщательно. Вот таким вот образом. Все, друзья, отлично проклеилось. Все, у меня получилось отлично наклеить. Единственное, вот у меня одна завоздушность, но со временем, там, через день, через два, она, как правило, пропадает. Ее можно со временем разгладить. Ну и такие мелкие завоздушности, да, они со временем, пленка более хорошо наклеится, и завоздушностей не будет. Какие, друзья, самые оптимальные защитные пленки, на мой взгляд, это чтобы края не покрывались. Вот здесь примерно до краев. В идеале даже покупать более такую короткую. Почему? Потому что если будет покрытие краев, то со временем она будет задираться и отклеиваться. Здесь давайте посмотрим. Вот у меня до закруглений практически немножко больше. Хотелось бы, чтобы она еще была меньше, но вот я на AliExpress искал, вот самую пытался без закруглений, чтобы она была. И да, не знаю, камера передает или нет, но вот буквально здесь она вот заканчивается и идет закругление. Более практичные те, которые наклеиваются до закруглений. Если с закруглениями, то со временем они будут задираться и отклеиваться. Ну, друзья, попользуюсь, посмотрю, как она себя зарекомендует. Ссылочку, кому интересно, оставлю в описании под видео. Соответственно, царапины оставаться не будут на дисплее. И со временем, когда у меня эта защитная пленка зацарапается, я просто отклею и наклею, друзья, новую. На этом у меня все. Если вам это видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока и до встречи в новых видео.